85-летнему жителю Уссурийска позвонил незнакомец, сообщив, что его супругу сбила машина, поэтому срочно нужны деньги на лечение. В подъезде своего дома пенсионер передал подъехавшему курьеру сначала 200 тысяч рублей, а затем еще 120 тысяч рублей, завернув деньги в полотенце. После получения денежных средств сотрудники уголовного розыска с поличным задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и о покушении на мошенничество. Фигурант уголовных дел дал признательные показания. По словам задержанного, он работает поваром, а действовал по указанию незнакомцев, предложивших ему подработку в сети интернет. Похищенные деньги переводил через терминалы на расчетные счета своих работодателей. Подозреваемого заключили под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба.